Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо под названием «Стейк Нью-Йорк». Оливковое масло. Совсем капельку, капелюшечку добавим его прямо поверх стейка и немножечко вотрем. Мы берем немножко соли. Я прямо вот так вот ручкой сверху эту соль. И опять ее немножечко помассирую. Сейчас вот соль практически растворилась. И мы в ступочке сделаем свежеразмолотый черный перец. Для этого мы просто эти зернышки раздавим. На среднем огне мы разогрели нашу сковороду. И у нас уже стейк почти промариновался. Для средней прожарки, которую я рекомендую для такого стейка, нам нужно по 3-4 минуты с каждой стороны обжарить его. Мы сделаем это в 4 приема. Пока стейк жарится, мы с вами приготовим зеленое масло. Жесткие части петрушки мы просто убираем. А все остальное мы очень мелко нарезаем для того, чтобы как можно больше сока зелень потом впоследствии у нас выделила. Мы перекладываем вот эту нашу зелень в тарелку, чашку, и начинаем растирать почти 1,5 минуты. Какой чудесный рисунок и легкая зажаристость вот этого жирка. И оставим еще на 1,5 минуты с этой стороны. Пока мы приготовим гарнир, такой легкий гарнир. И мы берем немножечко огурчиков. Делаем то же самое. Нарежем дольками. Сейчас прошло почти 4,5 минуты. И осталось еще примерно 1,5 минуты для того, чтобы обжарить с другой стороны. Да, я возьму вторые щипцы для того, чтобы прожарить эту жировую прослойку хорошенько зажаренной. Заставим вытопиться как можно больше жира для того, чтобы стейк был очень сочный и равномерно прожаренный. Нам нужно дать ему немножко отдохнуть. Сейчас мы закончим с вами делать зеленое масло. Вот у нас есть сливочное масло, оно размягченное, и мы его выкладываем прямо вот в эту нашу зеленую массу. Вот сейчас я немножко приоткрою фольгу вот таким образом. Быстро выложу кусочек вот этой нашей чудесной сливочной массы прямо на стейк. Посмотрите, какая прожарка. Вот эта прожарка средняя. Видите, какая сочная мякоть, зажаристая темная корочка. Смотрите, какая красота. Надо срочно приступать к еде.